Садись. Инвайт выслал. Вот это я понимаю. Вот эта банда собралась, вот это нормально. Сейчас перебьемся все на старте. Как обычно. Что такое? Тут прогружается периодически. Любимая трасса сегодняшнего дня. Все целимся в Олега, и у нас будет шанс. Вы летаете? Летаем. Стараемся. Ну, вы в смысле зашли в матч? Да, уже стартанули. А, у меня пишет что-то там. Что-то, короче, написал, не успел прочитать. Нажал ОК. Да. Ладно, пока посиди в меню. Вы быстро там слетаете. Да, трасса не совсем короткая, такая. Но тоже долговременно занимает. Опа, кто-то врезался в меня. Кто-то да, кто-то был. Checkpoint. Чё, можно летать на ней? Checkpoint. Checkpoint. Ногами? Checkpoint. Come on! Checkpoint. See, that's when you know where the ships are really handling well. А вы на чем летаете, кстати? Ну, с клавиатура, там, мышка, джойстик, там. Клавиатура. Клавиатура мышка, да. Checkpoint. 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 Слушай, а кто тогда с нами четвертый? Checkpoint. Призрак. Shell, just to shave off those precious few grams from their ship's weight. What the hell? I can't believe I'm watching.
Causeway known throughout the circuit for its tricky turns, and of course its new horizons. Ну, если бы не вырвался, составил бы Бердону конкуренцию. Но... Я бы Олегу составил конкуренцию. Не, я насчет Олега вообще даже все. Забей. Невозможно. Вышибалу завести как какие? Он его будет вырубать там на него. Спасибо, спасибо за планы. Нет, детский чат. Представляешь, какую мы тебе уважуху испытываем, что готовы замочить. Пошла загрузка? Да. Вау. Андрей. Да, и поиск матча пишет. Ну, все, загрузка вроде как, черный экран. Сразу тогда иксы не жмакайте, пусть все прогрузятся до конца. Все, все есть. Жмакать? Да. Это первая, да? Да, самая короткая. Да, блин. Честно. Да ладно. Неплохо. Все мне не получается эту трассу пройти без врезов, без аварий. Получается. Да, наверное, по большей части ее надо в синглплеере катать. После 500-го круга придет понимание. По-любому. Хоть какой-то. Я раньше гонял по 100 кругов, так садился и чисто вот эту первую трассу 100 кругов. Ну, в тренировочном. Ну, я так еще не заморачивался. Но я чувствую, вот если мы перейдем на управление, на новое, да, придется именно так. Пока более-менее не начнут получаться, все эти ухо даже не заходить. 1, 2, 1, go! At an aggressive start!
Ну и кто меня пихнул? А вы со всякими ESP, комстабами, там, G-Safe? Да-да, со всякими, да. В смысле, их не отключаете? Не, отключаем. Отключаем, отключаем. Ну, ESP не трогаем. Ну, я, по крайней мере, не трогаю. А, ну, никак не влияет. Здесь она не работает, функция. Вот и как с такими гонять. Да, блин, нереально. Чтоб не врезаться. Ого. Он всего 50-шку поставил сейчас вообще. Все. Теперь стало совсем печально. Теперь я даже не успею пролететь первую трассу. Первый круг. Если будет. Мы потом Олегу будем в ангард выдавать, чтобы он на нем летал. Да, я думал. Ну ладно. А это какая? Ого, насколько? Самая длинная трасса. Да. 3, 2, 1, go. And a А у меня что-то с Тамадай не происходит после смерти. Даю страшную фору. Давай. Что-то я не могу переродиться. Аналогично. У меня тоже после смерти вот уже 10 секунда идет. Сервера тупят вообще. Checkpoint. Наконец-то. Checkpoint. Опа, а что это со мной случилось? Checkpoint. Где мой корабль? Checkpoint. Checkpoint. Такое. Такого я еще не наблюдал. Я просто куда-то исчез и все. Ага. Checkpoint.
Перекрестие мышки только на экране. Self-destruct не работает. Вот если еще раз. Последнем кольце перед финишным створом. Буду своей тушкой всех сбивать. Не, не надо, лучше отойди. Хотя бы. Хотя я так не быстро иду, можешь стоять. Ты уже всю трассу прошел? Да. Еще первое кольцо не долетел. Ой, первый круг. Да не, он шутит. Да чё шутит, вон хоть раз 5 минут. Или сколько? Или там, по-моему, за меньше даже её. Или за сколько проходит? 5.05 самое лучшее время вообще. Лучше всех. В мире. Никого не было, кстати. Кого-то видел. Прямо подо мной просто прилетели сейчас я. Это как призрак бесплотный. Десят пролетел. Ты уже закончил? А ты вообще без этих, без корабля? Я что и говорю. Нету. В воздухе болтаюсь. Ну, меня выкинуло. Я-то боялся, думал, сейчас корабль будет по всей, во всю дырку стоять. Thank you.
короче, только что узнал. Да, и, короче, вообще прямо обалденная ситуация. Думал, сейчас пойти хоть в банк, единственный у нас в Крыму, зарегистрировать карточку. А оказывается, знаешь, оказывается, в РНКБ нельзя создавать виртуальные карточки. Можно физическую карточку получить, но нельзя создавать виртуальную. Ну, просто нет такой возможности в РНКБ создать виртуальную карточку. В Генбанке, по-моему, там есть визы, как и виртуальные, так и так, по-моему. Ну, вот надо будет тут тоже про это дело поинтересоваться. Мне вот, кстати, тоже интересно насчет этого PayPal. А он убежал? Андрей, тебя что, совсем выкинуло или ты где? Угу, сейчас зашел уже. Так, что ты? Ребята, пересоздаю все в меню. Черный экран. Да-да, сейчас пройдет. В меню потом выйдите. Вы часто в гонки гоняете? Ну, в последнее время ежедневно. Тренируемся. Перед турниром. Первое. Жмакать? Уже все, автоматом пошел. 3, 2, 1, go. Gates open, throttles down. You are leading the race. Checkpoint. Look at that precision fly. Checkpoint. There is some checkpoint. 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 Пусто, авторберна не работает. Checkpoint. Блин, пока из отключки не выйдешь, респауниться нельзя. Офигеть. 7 сотых улучшил время свое. Ты знаешь, это как курильщики бегают с олимпийцами. Скорее пьяные курильщики. Про меня. Наверное. Да я это в первую очередь по себе имел в виду. Но если вы так каждый день будете тренироваться, я-то не каждый день летаю, то скоро результаты мои перебьются.
Прикольный разброс на трассе. Первый еще. Обалдеть. Да ну вас нафиг, я пошел в подушку включать. Ты ее выжми для начала. Почему перегрузка наступает, хотя на предыдущем круге точно так же маневры делаю, там перегрузка есть, а здесь нету. Рандом некий там. Вроде скорость та же самая, угол тот же самый. Угол может быть чуть-чуть другой, например. Незначительно. Да. Опять кто-то передо мной на мустанге дома стоит. Наверное, я. And here we go. О, как полетел. Кто это? Да что за дело, ребятки? Кто это на 350-м рванул вперед? Checkpoint. No!
Checkpoint. The pilots leading this race have to be wondering, is this the time? Checkpoint. What the hell? Lock complete. Checkpoint. There is some exemplary flying happening here today. Checkpoint. A real treat. Come on! Checkpoint. Look at that precision flying. Checkpoint. I can't believe I'm watching this. Checkpoint. Oh! Checkpoint. Checkpoint. Stand by for reintegration. Checkpoint. Our competition is being absolutely dominated checkpoint. Right now. Checkpoint. There is some exemplary flying happening here today. A real checkpoint. Treat. Checkpoint. Look at that precision flying. Oh. Checkpoint. The pilots leading this race have to be wondering, is this the time to play cautious? Checkpoint. 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 I can't believe I'm watching this. Well, I'll be damned. Checkpoint. Everything is looking neat and tidy as these pilots show off why they're the best checkpoint. In the airport. It's outstanding with these pilots. Checkpoint. 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 No! Checkpoint. Checkpoint. Yes! Stand oh. By. Come on! I can't believe I'm watching checkpoint. This. Oh. No! Pilots have switched from drinking water during the race to a hydrating gel just to shave off those precious few grams from their ship's weight. Checkpoint. I've never seen anything like this. Checkpoint. Checkpoint. Лего, ты где там потерялся? Checkpoint. Да, кто-то меня обогнал. Checkpoint. Ну, я первый. Checkpoint. Это неестественно. Я там наврезался. Да нет, почему? Вполне нормально. Я сейчас понимаю чувство Гордона. И он взорвался, и я взорвался, к сожалению. За третье место с 350. Он здесь вначале в лидерах торчал какое-то время. Ну, ты видишь, с вами не задалось погонять. Теперь меня напрягает. Блин, вырубился. Черт подери. Да, тяжело отлетать, когда столько народу. Фризит постоянно. Stand by for reintegration. I can't believe I'm watching this. What the hell?
You'll often hear people grunting about max engine output, but give me precise maneuvering thrusters any day. No! Come on! Big risk there. We'll have to see if they made their move a little too early. А чё не завершается трасса, вы уже ж долетели там, стоите. Там 30 секунд. Минута почти. Буду пройти. На нулевой секунде обогнал чувака этого Фокса. Тройка лидеров, да. Короче, этот хрен меня напрягал вообще, он отвечает. Оставили страшного человека. Блин, вот как вы за полторы минуты 53? Обалдеть вообще. Департамент логистики. Олег, не помнишь? А? Типа минута 10. Вообще. Лучшее время здесь? А, нет, это же третья трасса, да, была? Нет, третья я не помню. Минута 37. Минута 37? Ну, не у меня. У меня минута 42. Не, ну я понял, я это и имел в виду. А это вторая, что ли? Это да, вторая. Можно хоть начал различать их. Но у меня управление потерялось, пилот, черт. Что произошло? После мустанга так непривычно. Руль кидает во все стороны. Checkpoint.
вырубить. Я еще взорвался. Не повезло. На последнем повороте. Да я вообще молчу, сколько раз я взрываюсь. Ты, значит, не стрейфишь, да? Что? Я в меню. Сейчас Олег проскочил влево-право такой круги, короче. Я думаю, да, не, 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 не. Все прямо. Прямо влево-право не летает. Что за фигня? Вот смотри, Гордон, ты вышел, я на втором месте. Да я понял, как. Check point.
Почему же я постоянно убиваю? Встреча пролетел. Очень нелезно. Да, это я, наверное, был. На старте прям. Да. Что-то меня там закружило, я двинулся прямо, но оказалось не в ту сторону. Понаставят этих столбов. Неплохо. Ты всегда так говоришь, на самом деле плохо. Не, ну у тебя относительно. Тут и за 7 минут, сейчас он за 6.24. Какой у тебя рекорд круга здесь? Космос. Девочка, я понятия не имею. Не знаю, на ясно, для тебя победил, не победил. Не, был бы гордон. Вариантов не было. Ну,
нас есть четкое разделение, так сказать, градация умения. Гордон, ты тут? Да, я... О, все, вижу. Я на ком-то сижу. Ты перезапускайся, самоуничтожайся. Self-destruct. Как много вообще, да? Прям перед носом. One, go. They're off. Ну, хорошо, пошло. Тут мимо пролетел. Checkpoint. Блин, у меня опять кнопки не работают. Checkpoint. Шляпа. Checkpoint. А что случилось? Перезапусти игру. Что я не курил? Вроде была первая трасса, сейчас уже третья. Как бы третья была. Теперь понятно, почему прямо полетел. Или у меня уже глюки, то ли у Игоря. Первая трасса, бах, разбился, вдруг уже третий. Очень прикол. Не переживай, я второй, а я долго так не жду. Твое место, по праву твое. Блин, не взрываться бы. Четыре, но это не 6 минут, как я одну улетал. Один круг. Я пролетаю, у меня сзади взрывы такие, бомбежка. Я думаю, война какая-то.
Checkpoint. I can't believe I'm watching Checkpoint. This. Checkpoint. Checkpoint. What the hell? Checkpoint. Look at it! Checkpoint. No! Checkpoint. Contact. Checkpoint. Our partition is being absolutely dominated right now. Checkpoint. There is some exemplary flying happening here today. Checkpoint. What the hell? Checkpoint. 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 I've never seen anything like this. Checkpoint. The pilots leading this race have to be wondering, is this checkpoint? Come on! Checkpoint. There are no guarantees in Buttercup, but this race is starting to look like a sure thing. Look at that precision flying. Checkpoint. I can't believe I'm watching this. I've never seen anything like this. Checkpoint. This is a clinic of precision and skill. No! Checkpoint. Come on! Oh. Checkpoint. Share this checkpoint. Absolutely incredible. Complete. The pilots leading this race have to come on back. Он 2 секунды улучшил свое время. Садится. Где-то в такой-то давке. Excellent. Вырвусь, блин. Первые 4 места. Пока. За русскими. Американцы в свою же игру играть не умеют. Блин, потерялся, куда лететь. Смотри, сдашь позицию. А уже кто-то меня там обогнал. Не-не, что-то не тот еще кто-то. Успею, не успею. Блин. Взорвался на финише в этот порог. Хоть успел. Вообще в ноль-ноль, да? Ни разу не было, потому что одна трасса, потом бац, другая. Зашибись. У меня не такие приколюхи бывают. Я один чекпоинт по 3 раза прохожу. Ну, 1.5 минуты ждали. Если что. На заметку. Ребят, меня жена там зовет. Спасибо за компанию. Да, я даже еще забегаю. Если еще раз возьмете. Да без проблем, приходи, полезай. Давайте, удачки. Давайте. Ну, счастливо. Так, у вас что это? Есть желание отдохнуть? Нет? Катимся. Да вы перекурим. Горите. Горите этим. Пылом победы. Вот это первое. Да. Вот 4 терпимо. 3, 2, 1, go. And away we go. Pilot checkpoint. The ships are set. There is some exemplary flying happening here today. A real treat. You are leading. Everything is looking neat and tidy as the checkpoint. Checkpoint. Перегрелся. О,
прошел вырубленным. Первое кольцо прошел вырубленным. Олегу спасибо, что подсказал. Тут им... Ой, я ж на третьем месте. Чего? Космос. Это как вообще такое было? Ай, молодец, ай, молодец. Я не верю своим глазам. Скилл-то растет, что ты хочешь? Да я смотрю, это чистая случайность вообще наперекор с рандомом повелителем богов. И вот выпал рандом. Пойду поклонюсь на его алтарь. Вы, если что, запускайтесь без меня, окей? Ну, окей. Так. Ну, так как я хост, короче, вы сейчас рассыпитесь. Мило. Ошибочка у меня. Тоже. Checkpoint. The leader is simply out.
outmatching checkpoint. It's like they're on a checkpoint. Checkpoint. It's outstanding that these pilots have been able to maintain checkpoint. This place. Everything is checkpoint. Really neat and tidy as these pilots show up. Checkpoint. I've said it once, I've said it 100 times. Affecting the foundations of racing will always dominate. Checkpoint. Now it's a race. Checkpoint. The pilots leading this race have to be wondering, is this the time to play caution? Checkpoint. Or is it the time to really go? Checkpoint. Checkpoint. Look at that precision. Checkpoint. I've never seen anything like this. Checkpoint. This is a clinic of precision and skill. I can't believe I'm watching this. There is some exemplary flying at checkpoint. Our position is being absolutely dominated right now. What the hell? Checkpoint. I've never seen anything like this. This is a clinic of precision and skill. Checkpoint. Checkpoint. The racetrack is checkpoint. Checkpoint. There is checkpoint. Some exemplary flying happening here today. Final lap. What the hell? Checkpoint. 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 The pilots leading this race have to be wondering, is this the time checkpoint. To play cautious, or is it the time to really go? Checkpoint. Come on! Checkpoint. Another ring cleared. Checkpoint. Checkpoint. Look at that precision flying. Checkpoint. I can't believe I'm watching this. Checkpoint. 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 New Horizon Raceway knows throughout the circuit for its tricky turns. And of course it's New Horizon. Checkpoint. It's outstanding that the pilots have been able to maintain this pace. Checkpoint. 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 Nicely done. I've said it once, I've said it 100 times. Checkpoint. Checkpoint. Everything is looking neat and tidy as these pilots show off why they're the best in the Empire. Checkpoint. I can't believe I'm watching this. The leader is simply outmatching everyone. Checkpoint. Come on! Checkpoint. There are no guarantees in Murray Cup, but this race is not quite shocking. Checkpoint. It's outstanding that these pilots have been able to maintain. Checkpoint. There is some exemplary flying happening. Race complete. You have won the race. Checkpoint. Что, Олег, ты уже поехал? Да. Stand by. What the hell? Well, I'll be damned. Чуточку, какие-то сотые. До рекорда? Да, чтобы позицию... повысить. Не, хотя я даже не знаю, какое у него какое время, но приблизительно там 25 что-то. У меня 25 с большим хвостом. О, 5.25, ну да, не фигово. Look at it! Ну вот видишь как?
сам говорил, что не знаешь, где там можно еще, еще секундочки выиграть, а вот где ты как-то, и вот отыграл. Две 437 дали. Риков. На второй? На какой трасс? На третий. Сам последний. Последний. Но это еще не предел. Олег тут свой рекорд улучшил на 8 секунд. Я слышал. Вы маньяки вообще, хреново. Как до вас добраться-то? Что делать-то вообще? Так пригласил бы, нет? Надо часы накатывать. Ваня. Валяк там пять часов уже, уже налетано, ого-го. Да, дело, наверное, даже не столько в часах. Не, я думаю, что 560 это хелесова пята. Мне тоже так кажется. Боюсь, что свои результаты я уже не смогу увеличить. 3, 2, 1, go. Я пойду тоже отдохну. Или как там? Тоже не тоже.